Ты посмотри на вот эту реакцию. Я полы помыла доместосом. Ты посмотри, как котов колбасит. Барсик пришел там вообще улегся спать. А посмотри, как эту колбасит. О, доместос что делает? О, боже. О, боже. Мила. Ой, трется щечкой об пол. И Барсик колбасится. Боже, ты посмотри, что Доместос делает. Коты сюда посползались. Посмотрите, что они вытворяют. Мила тоже тут каталась. Барсик, он как катается. Все, что я помыла вокруг, все это надо пойти, он обтереться об него. А я же все вокруг, не только унитаз, а там и стены, и саму ванную, и под унитазом, и пол протерла доместосом. И вот что они вытворяют. Я даже не ожидала такой реакции. Меня прет, это Доместос меня прет, меня прет, меня прет. Я вообще и обалдела, да? О, еще и драться. Вот такие вот вы возбудимые стали от Доместоса. Да? Мила, что ты жмуришься? Обалдела? Так, глянем, что почем. Клубника 55. А я купила клубнику по 45. Она, правда, мелкая, но ничего. Посмотрим, что тут еще есть с овощей. На 46,50. Конечно. Не движение.
Да, свежий, уже увидите, третий подбор продается. Черешенка сто двадцать. А якутины. Сто двадцать. Так, ну только не это сам, не надо. Да и вот я вам уступил, и вы еще тут все берете, перебираете. Это уже лишнее. Что? Что там? Пошли сенсусно. В Макдональдсе все сидячие места заняты. Ой, люди на эти булки падки. Смотрите, вечером какое небо красивое, с какими-то, ой, вообще какое-то сказочное, да? Солнце, когда садится, вообще так красиво, голубое с красным, ой, не знаю, очень красиво. Смотрите, ай, прелесть.